вот невидимый, а видимый. Вот это же пень, а чё они такие жесткие? И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, квест, рекер, стаканчик, пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет. У нас очень классная карта, которую вы знаете, и будет за нами гоняться. Слендер, я скачал очень классного NPC-шку, который кидает классный скример, ну и может очень классно передвигаться по карте. Если тебе опять кушать, приятного аппетита, а мы начинаем убегать. Пацаны, ставлю сначала одного, ну а потом, как обычно, я буду увеличивать и увеличивать. Поехали. Вот такой, смотрите, какой он прикольный, он просто здоровый. Ого, ой. Уже? Это прям жестко было. Это прям... Так, возрождаемся. Побежал. Ребята, смотрите, какой он большой и классный. Люблю слэ... Он может полностью передвигаться по всей карте. Вы видите, что он делает? Беги, диппер. Беги быстро. Ребята, он очень стрёмный. Сейчас будем пытаться его обмануть. Он опа. Да? Че, реально только за мной бегает? Я невидимого поставил. Пацаны, невидимый есть еще. О, нет, все, я убегаю. Давай, пацаны. О, минус один. А! Блин, он классный, ребята. Вот этот невидимка вообще крутой. А, он прям рядом. Да блин, да смотри, что он... Он опять меня задамажил. Отвали, щенок. Ну-ка, случай. О, а что будет, если я буду наверху? Он сможет ко мне добраться? Нет, ребята, он подо мной прям ходит здесь. Вон он, я вижу его. Че, пацаны, поставить еще невидимых? Вам нравятся эти NPC-шки? Или пока пусть двое будет? Давайте еще вот такого поставим. А, кто на него посмотрит, на Слендера, затем он будет гоняться. Иди, посмотри на Слендера, иди. Где он? Я слышу, что он где-то около меня. Давайте еще поставим. Три Слендера. Вон он снизу бегает. Давай падай. Хотел тебя скинуть, блин. Не получил. Вон он, за диппером гоняется. Он посмотрел на него, ребята. Кто смотрит, тот и проигрывает. Не забывай ставить лайкосик, подписываться на канал. Мы выпускаем ролики каждый день. И стараемся записать что-то очень прикольное. Слендер, это, мне кажется, очень классная идея. А если мы вот так? Невидимого можно увидеть. Там такая вот штука появилась. Да. Ого, они скримеры мне кидают. Прям рядом. Вот это психи, отвалите. Так, ну чё, я слажу, надо не бояться. Чё, давайте, заспрыгивайте. А, вот невидимый. А, видимый. Вот это же пень. А чё они такие жесткие? Отвали. Где они? Эй, не пугай меня. Я и так боюсь его очень сильно. Пошли. 5 человек бегает от слендеров, психованных. Он прям сзади, ребята, хочет догнать меня. А что только за мной, за другими гоняйся, дурак? Он даже стул несет за тобой. Какие стулья, не носите за мной стулья. Пацаны позалазили все и боятся слендеров. Да, а я не боюсь. Боже, я буду убегать от них очень долго. Ой, я прям вижу. Так, диппер. А, я с вами, пацаны, буду вместе с вами бегать. Угон за этим челиком бегает. За всеми. Диппер, ну давай, спасайся. Бежим, ребята, выживаем. Карта очень маленькая, но при этом классно выживать, антуражно. Давай, Патрик, беги. Угон прям рядом. Он прям рядом. Отлично. Вот так можно за угол резко заходишь. А что они за мной бегут? Патрик, прощай. Нельзя никогда стоять. Диппер, я за тобой веду. Слендеров. Не надо. Надо. Блин, ребята, смотрите, сколько времени я бегаю и выживаю. Реально ни разу не слился. Но сейчас что-то... О, прощай. Уго, что это? Убили меня. Кто-то катается на стулах. Убили? Нет, не убили, а я через них пробежал просто. Это жесть, он уже вот-вот скример кинет. Давайте попробуем залезть. Отлично. Фух, я ж ноги поджимаю, когда залажу. Вон они все. Вы чё за мной только?
О! Прыгаем! И бежим, 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 сразу резко бежим. Такое шуршание издает очень классное. Прям чувствуется, что вот он рядом здесь бежит. Да уже второй раз. Да беги, беги, он сзади. Этот псих, он прям вот-вот и догонит меня. О, я уже за Слендером другим бегу. Так, срезаем круги. Сюда, еще одного убиваю, вижу. Это что, за мной невидимка до сих пор бегает? А! Нет, 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 нет. Короче, ребята, сейчас будет очень жестко. Знаете почему? Я сделаю чисто всех невидимых. 2, 3, 4, 5. На каждого по игроку на одного Слендера. Ну чё, спрыгивайте. Я слез. И я слез. Зю, слязю. Ох ты! Это сразу смерть. А! Да смотри, я его еле вижу. Да смотри, что делается. Пацаны, помогите. Ого. Отлично. Хорошо, что они не могут залазить на высоту. Вообще бы жопа была бы. О. Они просто из меня пробежали. Эй-эй-эй-эй-эй, они за мной бегут почему-то. Только за мной, а за вами, не? Ну, вроде нет. Так, быстрее срезаем углы. Хочу на диппера натравить. Диппер, прощай. Не надо. Давай, 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 ты должен умереть. Я уже умирал. Ты мало раз умирал, умирай больше раз. Умер, умер, умер. Сейчас этого пацана убьют, прощай. Всех троих замочила, четверых замочила. А я буду бегать по кругу и натравливать на пацанов. Это хорошая идея. И сам живой, и они немножко замедляются. Я оторвался даже, представляете, насколько сильно смог убежать от них. Ой, лучше убегай, лучше убегай. Диппер, не стой на месте, они тебя и сожрут. Побеги быстрее. Да давайте, не ссыте, пацанчики. А, не загораживай путь, я так умру. Патрик, как всегда, мочит. Их двое, они двое за тобой. Да? Да скажи им, что я добрый. Я бегу, пацаны. Чё, за мной бегут? Да. А, отвали! Блин, он такой скример кидает стрёмный очень. Так, давайте сюда. Они очень стрёмные и прям страшно. А если оттуда достать, убьют? Нее! Они не могут попасть ко мне. А, не могут. Блин, классный скримачок. Кстати, это свежие слендермены. Прикольно дамажат. Так, ну что, теперь, ребята, ставлю много видимых. Уже полегче. Ну, сейчас будет мясо. Он около меня. 15 слендеров, 15 штук, пацаны. Нормально. Да, я думаю, это фигня. Не за тобой бегу, Димас. Да? Да. Что, все 15? Да. Блин, вы видели? Они специально окружили меня со всех сторон и не дали никакого шанса. Купились в одном районе. А я хочу, чтобы на вас переключились как-то, не? Нет, нет, нет. Они по дороге кого-то вообще убивают или нет? Или только меня мочат? Не, если в них прям врезаться, они могут убить. Так, ого! Ребята, бегите! 15 слендерменов, психов за мной бегут! Ого, они прям сокращают карту и пытаются побыстрее ко мне добраться. Ох! А реально это было прям очково, что они... Видели, со всех проходов меня пытаются убить. Надеюсь, тут никто меня не встретит. Это было бы криповенько. Давайте, слендеры, слендеры, бегут за мной. Отлично, отлично. Пока мы стащим. Эй, псих. Капец, их много. Ну. Да не, это немного, это еще совсем чуть-чуть. О, убили кого-то. Я им на путь попытаюсь. А, окружили демоны.
Ой-ой-ой, опять умер. Вот это они жесткие. А ну, пацаны, будут за вами кем-то бегать или только за мной? О, а, нет, убили. Пошли, пошли, пошли. А, та дипер, ну что ж ты стал на проходе? Ай-яй-яй-яй-яй, блин. Они очень жесткие. Да ну нафиг, прощайте. Да ну как выжить? Они же не дают мне выживание. Отлично, хорошо, хоть в другом месте поставили. Отлично, отлично. Так, я прям слышу. Да, это хорошо. Упал. А нет, не за тобой. А, да. Да блин, скажите им, я хочу спрыгнуть. Пойдет, пойдет, ребята. Надеюсь, они по всей карте не разбежались, потому что они меня тут встретят. Нет, никого нету. Не разбежались. Это хорошо, это хорошо. Тащим. Я пробегу. О, давайте, ребята, проверим. Возьмем админский пистолет, проверим, они убиваются или нет. Они убиваются. Отлично. Так. Очень классные NPC-шки, мы их добавим в коллекцию. Ребята, кто хочет с нами записывать, заходите в наш Discord, ссылочка в описании. А сейчас мы проверим, насколько они выдерживают мощные бомбы. Так, ну чё, время сбрасывать мощнейшие бомбяшки. Давайте одну сбросим. Ой. Не убила их. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Теперь возродиться тяжеловато, да, будет? Ого, как возродиться? О, вот так разве что ли? Хорошо, сбрасываю другие бомбы. Эти не сработали. Каким-то образом. Давайте мы возьмем с Гренвича. Вот эти вот. Эти всегда делают чудеса. Гренвича так... Он залез наверх! Ты неадекватный, что ли, псих? Эй, они не умирают. Они не умирают. Нет, они умирают. Умирают? Хорошо, у нас есть другое оружие. Ну чё, давно я не запускал эту бомбочку, уже хочется ее протестить. Давай. 3, 2, 1. Чё-то не умирает. Давай, кидай. О! Да не убило, да что ж такое, ребята, какие-то мощные нам слендеры попались. Если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте, в ТикТоке, в Инстаграме. Ну а всем отличного настроения и посмотрите мои ролики еще.